порядку, но не висит на земле нет, наш насужден, наш привез, я знаю, не наши. Это живое сорело, живое наше. Thank you.
Боге, человека любец, Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Thank you.
Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть по праве сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть по праве сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть по праве сущего гробе живот даровал. Слава Вышней Богу на земле мир, человец и благоволение. Слава Вышней Богу на земле мир, человец и благоволение. Господи, пусть не наш отверзишь, и уста наши возвестят хвалу Твою. Аминь. Да исправит Господь страны ваша, да поменет вас Господь Бог во Царстве Своем всегда на ней Христа во веки веков. Thank you.
воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Thank you.
всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Thank you.
Oh.
воскресимые. Аллилуйя.
Высокопреосвященнейший Владыко, благовестителя святого апостола, евангелиста Матфея. Ученики свои глаголя, когоме глаголю человецы выйди, сына человеческого, они же реша, кови уба Иоанна Крестителя, и ниже Илию, друзи же Иереми или единого от пророк, глагола им Иисус, вы же когоме глаголите быти, отвечавший Симон Петриче, «Ты си Христос, Сын Бога Живаго!» И отвечав Иисус, речи Ему, «Блаженный си Симоне бар Иона, яко плоть и кровь не ви тебе, но Отец мой иже на небесе, я же тебе глаголю, яко ты си Петра, и на сем камени созижду церковь мою, и врата дова не одолеют ей». Братьев наших,
стоишь в люди, ожидающих от Тебе, великий и богатый я, милости. Господи,
Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и святотруицкие Сергиевы лавры священного архимандрита, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Пресвященные митрополиты, архиепископы и епископы, Пресвященнический монашеский чин, настоятеля братьев прихожан святого храма сего, все начальствующих, учащих и учащихся, жертвователей, строителей, благоукрасителей святого храма сего, все поющих, чтущих, труждающихся, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Богу предадим.
видим и невидимым. Божия, единородного и живот Отца рожденного, света от света Бога истина, Бога истина, рожденно не сотворенно, едино сущно Отцу. Ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Святого и Марии Девы и во человечеся, распято Боже за миг преподнесли Пилате и страдавша и погребена воскрешено в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, и Боже царствию не будет конца. Святого Господа, животворящего и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Станем добры, станем со страхом помним, святое возношение в мире приносите. Благодати Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми вами. Мое восставление.
нам си. Сия есть кровь и моя нового завета, я же за вы за многие изливаемая во оставление грехов. Поминающий Спасителя, заповедь всякого лучше, крест, гроб, предъявленное воскресенье на небеса восхождение, одесную сиденье, твоей славной пакти, пришествие. Твоя, от твои, тебе приносящие, о всех и за вся. Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи Боже наш, еще приносим тебе словесную беспробную службу. И просим, и молим, и милосердие, не спасли Духа Твоего Святаго на ныне и на приближающие дары сия. Боже, милости, помоги нам грешным. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа третий час апостолам Твоим не спасла, так благодение Ты ми от нас, обнови нас, молящих Ты. Сердце чисто созижно мне, Божий Дух, обнови в утробе моей. Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа третий час апостолам Твоим не спасла, так благодение Ты ми от нас, обнови нас, молящихся. Не отвержен мне от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отвед мне. Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа, третий час апостолам Твоим не спасла бы, да благодение Ты мне от нас, но обнови нас, молящихся. И сотвори оба хлеб сей, честное тело Христа Твоего. Честную кровь Христа Твоего, прожив Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Аминь. Поклоняемся святым дарям Твоим, Христе, Святой Воскресенье. Твоя победа слава. Боже, милости, мне нам грешно. Прости нас, Господи, наш Христа совершенно. Милосердно соби. Помяни нас, это меня просвещение, чтобы ты грешный своим. Всегда мне и присно в веки веков, и я даже быть и причастен к жизни. В оставлении грехов, прежде места, когда Твоего Духа в исполнении Царства Небесного, признание судьи в осуждении, еще приносим тебе словесную всю службу, и же вере почивших праце, отце, патриарцах, апостолах, проповедницах, великих муж, исповедницах, воздержницах, для всякого все правильно, скончавшимся, как и от изрядно пресвятей, пречистей, преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Пресвятая Богородица, помогай нам, Матерь Божия, не оставь нас, Царица неба и земли, по святым я не просил пройти через славу, по сипами, когда помню, как острова Петра и Павлоса. Oh.
милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие отцы, братья и сестры,
Сегодня православная церковь празднует очень интересный, даже я бы сказал, уникальный праздник, который в простонародье называется «Воскресение Славущего». На литургическом языке этот праздник называется «Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме». Братья и сестры, этот праздник полюбился очень православным христианам именно потому что в осенние дни мы с вами можем ощутить еще раз праздник Пасхи. Мы с вами слышали на этих службах пасхальные богослужения, как бы еще раз окунулись в эту пасхальную радость, даже несмотря на то, что Пасха уже давно прошла, а следующая Пасха еще пока что не так близко. Братья и сестры из Евангелия, мы с вами все знаем, что когда Иисус Христос с учениками пришел в Иерусалим, ученики показывали ему величественный храм Иерусалимский, построенный иудеями, и восхищались его великолепием, его масштабами, его красотой. И Господь наш Иисус Христос сказал: «Настанет время, когда не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». И действительно, братья и сестры, совсем скоро, буквально в 70-м году, пророчество Господа сбывается. В Иерусалим приходят римские воины и разрушают все настолько сильно, что действительно не остается даже камня на камне. И, братья и сестры, от столь величественного города Иерусалима, который когда-то построил богоизбранный народ еврейский, не остается ничего. А евреи, они расходятся по всему миру, начинают говорить на разных языках, и в продолжении очень долгого времени как бы у них это так все и происходило. Мы с вами знаем, что еврейское государство было вновь основано только в 20 веке. И до сих пор, как бы, братья и сестры, еврейский народ так и не собрался. Но, братья и сестры, этот праздник нам повествует не об этом. Он повествует о событиях, которые происходили в 4 веке, когда равноапостольный император Константин решил возродить этот славный град, возродить этот величественный храм на Голгофе, на том месте, где и был распят и воскрес Господь наш Иисус Христос. С этим местом, братья и сестры, у нас православных христиан очень много таких весомых значимых событий. Это и обретение Животворящего креста, праздник, который мы будем завтра праздновать. Это и множество других праздников, очень значимых и очень важных для нас с вами, братья и сестры. Мы с вами весьма мало знаем о тех событиях, которые происходили от 70-х годов нашей эры, это когда был разрушен Иерусалим, и до того события, до 4 века, когда благочестивым императором было решено восстановить этот храм. Наверное, братья и сестры, там оставались в это время просто руины, возможно, оставались какие-то иудеи, которые выжили, и попросту они там жили, как бы даже не могли надеяться на то, что этот величественный город когда-то будет восстановлен. Братья и сестры, и вот приходит благочестивый император Константин, который восстанавливает город Иерусалим, и в центре всего, как бы в центре духовной жизни, должен был быть храм.
этот самый храм Воскресения Христова в Иерусалиме. И как бы он и становится таким духовным центром и зарождает этот славный праздник, который мы с вами сегодня празднуем. Как бы, братья и сестры, Иерусалим – это священная столица для всех. Ведь на рубеже первых и третьих веков появлялись различные духовные центры. Это и Рим, и Антиохия, и Александрия. Но Иерусалим, братья и сестры, он остается и есть, и был как бы таким духовным центром для всех, абсолютно для всех православных христиан, так как действительно там был на Голгофе распят Христос и воскрес. Это очень важное такое место для всех. Мы с вами, братья и сестры, также за богослужением часто слышим такую фразу: «Радуйся, Сионе святые, Мати церквей, Боже, жилица, ты бы приял, еси первое оставление грехов воскресением Господа нашего Иисуса Христа». Но, братья и сестры, мы далеко не все, может быть, понимаем значение этих слов. Что значит «Сионе святые»? Это, братья и сестры, непосредственно и есть Иерусалим. Это и есть тот самый центр духовный, из которого все как бы началось, зародилось. Это величественный как бы праздник и наша духовная жизнь. Также, братья и сестры, этот праздник служит нам напоминанием и того, что у нас должно происходить обновление и в нашей душе, братья и сестры. И как бы святые места нам, конечно же, в этом помогают. Они нам помогают окунуться, как бы немножко вспомнить те события, которые происходили более 2000 лет назад. И, братья и сестры, к сожалению, может быть, не у каждого есть возможность побывать в Иерусалиме, побывать в этих великих святых местах. И в том же 4 веке, братья и сестры, Григорий Ниский говорит нам, что не обязательно для этого нам надо посещать какие-то святые места, посещать Иерусалим, Голгофу. Ведь Голгофа может быть у нас в сердце, у нас в душе, у нас в разуме. И этот праздник опять-таки нам напоминает о важности того как бы нашего тоже внутреннего обновления. То есть обновление через принятие святых таинств Христовых. Мы с вами, причащаясь, обновляемся и соприкасаемся с Господом и душой, и разумом, и телом нашим. Также, братья и сестры, и нам надо помнить об этом, стараться жить с Господом, держать Его в наших умах, в наших сердцах, в душе нашей. И, братья и сестры, сейчас, слава Богу, такие времена, что неважно, где мы находимся, в Иерусалиме, на Голгофе, либо здесь, в каких-то храмах, здесь, в Ханты-Мансийске, тоже храме Воскресения Христова. У нас сейчас такие радостные времена, что повсюду совершается Евхаристия, через которую вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову. И у нас есть с вами, братья, возможность соприкоснуться с Господом. Будем же благодарить Господа за это. И еще раз повторюсь, держать в своем разуме, в своей душе, в своем сердце Господа. И стараться чаще, братья и сестры, причащаться святых тайн, в чем да поможет нам Господь. Аминь. Христос воскресе! Приступить не.
исповедуя, как ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший мир грешный спасти от них же первый есть мас. Еще река самое пречистое тело Твое, самое чистая кровь Твоя, молюся обо Тебе, помилуй, прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, исподу мне осужденно причаститесь святых Твоих тайн, Господи, во оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайная, кисть Сыне Божий, причастниками прими. Не по врагом Твоим тайну повем, не лапзание Тедам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя. Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем, да не в суды в осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Честного тела и крови Господа и Бога, и спаса нашего Иисуса Христа, общается в этом Божьем. Yeah.
Дорогие отцы, братья и сестры, благодарю всех за общие молитвы. Сегодня мы с вами исполнили божественную литургию пасхальным чином. Для преподобного Серафима Саровского каждый день было главным и важным событием воскресения нашего Спасителя. И он всех приветствовал приходящих Ему в обитель, за утехой, за утешением духовным и помощью. Он всех встречал каждый день. Христос воскресе! Христос воскресе! И добавлял: радость моя.
Он жил воскресением Христовым и пронес через всю свою жизнь как спасительную миссию Христа, свидетельство о воскресшем Христе, и он жил этой спасительной миссией сам на земле и всех приглашал именно совершать это. И как важно для каждого из нас не только понимать суть спасительной миссии нашего Господа, но и применить в своей жизни. Не всегда у нас получается. Терния житейские, наши волны житейские, они уносят нас из истинного пути, сбивают нас. А жить с воскресшим Христом и нести, быть светильником воскресения Христова, как Евангелие говорит Господь, вы свет миру и соль земли. Как мы светим, каждый может сказать себе. Как мы живем? Живем мы во Христе? Или случай от случая? Или и не каждый день, и не всегда? И как Господь терпит нас? И как мы в этом мире живем? Мы должны себя соотносить и видеть себя. Ведь недаром сказано, чтобы принести покаяние и покаяться, нужно увидеть свои грехи. А как их увидеть? Нужно посмотреть на свою жизнь, как я живу, по заповедям живу или нет. И каждый может сделать вывод своей жизни. Где я? На каком пути? Что я делаю правильно, что неправильно? И вот вспоминая воскресение Господа сегодня, совершая службу пасхальным чином, мы каждый для себя напомнили о воскресшем Господе, о Его спасительной миссии о каждом из нас. Дай Бог, чтобы воскресение Христово было центром нашей жизни. Как многие наши преподобные отцы говорили, жизнь христианина должна выстраиваться вокруг божественной литургии. Если человек участвует в божественной литургии, то он правильно ориентируется в этой жизни. Если не участвует, значит, где-то еще не дошел. Помоги нам в этом, Господи. Всех вас с праздником! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Причастников поздравляю с принятием Христовых тайн. Возблагодарим Господа. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!